Приветствую вас, я полагаю, что нужно признать, что через смех вы защищаетесь, через смех вы пытаетесь справиться с тем негативом, который, вероятно, имеет место быть. То есть именно через смех вы пытаетесь как-то вот ужиться тем восприятием смерти, например, тем восприятием каких-то вот таких вещей, которые вас, может быть, страшат. Вот. И, собственно, смех в данном случае это скорее нормально, чем нет. То есть справляться с ним, на мой взгляд, не стоит, именно пытаться справляться с ним не стоит, а вот раскрыть причину, да, именно вот что мотивирует вас смеяться, это вполне можно было бы сделать, если вы хотите этого. Вот. И, соответственно, это будет для вас это будет вариант, хороший вариант решения проблемы. Вашей проблемы, которая, собственно говоря, имеет место быть. Ну вот, я думаю, так примерно это можно сказать вам, я думаю, примерно так, вот, по моему мнению, конечно же. Я также думаю, что совершенно справедливо было бы донести как-то вот до, допустим, ну, к примеру, да, до ваших друзей, справедливо было бы донести вот такую вещь, что вы можете смеяться, чтобы эти люди, к примеру, не обижались на вас, допустим, вот. Понимаете, какая штука? Но в целом это имеет под собой основание, то есть вы можете бессознательно так привлекать к себе внимание, вот, то есть пытаться обратить внимание на себя, вот. А либо вот это психологическая защита, вот, собственно, такая вот история. И, соответственно, здесь важно не побаловать это, а именно раскрыть и, возможно, принять то чувство, которое лежит в основе вашего смеха. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.